Больше полувека прошло с тех пор, как в страшном пожаре в школе деревни Эльбарусово Мариинско-Посадского района погибли 106 детей и 4 учителя. Это событие вошло в историю как эльбарусовская трагедия. Накануне память жертв почтили дружины юных пожарных Чувашии. Они собрались в Чебоксарах на республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту. 100-метровая полоса препятствий, прокладка рукавов для тушения условного пожара и штурм учебной башни. В этих традиционных для профессионального пожарно-прикладного спорта дисциплинах соревновались 22 команды в трех возрастных группах. Самым младшим 12 лет, старшим 17. Жюри оценивало скорость и точность выполнения заданий. Первыми в общекомандном зачете стали представители кружка станции юных техников и села Маргаушин. Второй результат у спортсменов Мажарской средней школы Янтиковского района. На третьем месте дружина Верхней Очакской школы Ядринского района. Сейчас школьники боролись за переходящий кубок, но в будущем главной наградой за такие умения, возможно, станут спасенные жизни.